На днях певица сняла шуточное видео для своего Инстаграм. На нем Ольга Бузова пытается позировать в гамаке ради красивой фотографии, но теряет равновесие и падает на песок. В кадре девушка совершенно не стесняется выглядеть смешно и даже глупо. В тот же день видео набрало несколько миллионов просмотров, а свои отзывы в комментариях оставили не только поклонники, но и звезды шоу-бизнеса. Так пародист Максим Галкин восхитился актерским талантом Бузовой. Когда очень хотела сделать красивое фото на гамаке, но что-то пошло не так, подписала видео Ольга. «Оля, да вы прирожденная комедийная актриса», – отметил юморист.